после сеанса. Так, молчим. После сеанса. Когда вы продышались, очень важно, опять-таки, прогреться, да, но когда суставы, вот здесь очень много суставов, суставные вот эти вот все места, важно чем-то натереть, любая спиртовая какая-то настойка, спиртовая что, мы разводим один к одному. Никогда чисто спиртом не натирается, потому что можно получить ожог, и даже если вроде переносимость есть, потом дальше потоотделение может быть, и посредством того, что пот выделяется на кожу, может быть ожог. Поэтому все равно разводим один к одному спиртовые все настойки, прополис, алоэ, не знаю, там хоть полынь, хоть что угодно, что у вас есть. Водочный можно просто так. И это типа компресса. Но компресс это, в общем-то, всегда очень часто сложно, и уже нужно же вовремя убрать, чтобы не распарилось. А тут важно, что оно, вот мы натерли, и дальше идет сухое тепло. Поэтому я вот честно скажу, что пользуюсь? Носки. Ну, не шерстяные, прям шерстяные, а ну, есть такие магазины, они мягкие, нежные, приятные. Обрезаю носок, делаю дырочку, руку вставил как раз, и вот оно закрывает, и вот как чулочек одевает здесь. Поэтому можешь спокойно спать, ребенок, хоть всю ночь. С компрессом всю ночь не проспишь. А так можно спать. И для себя точно так же. Жадеид, вы сказали, можно? Жадеид можно камешки положить, вот... в ладошку. Тоже, а как в ладошку это удержать? Ну, значит, перчаточку и туда в ладошку. Вот перчаточка, в ладошке лежит ЖДИ. Ну и сами себе тоже из этого подумайте, как вы можете приспособиться. Я понятно, что делала носок. Вот. Да, носок и прямо большой.